Военная комендатура отрабатывала сегодня район Карловки, 1-Майская, на предмет мародерства. Вот. Потому что много жалоб идет с этой стороны, с этих населенных пунктов, что грабят, вывозят имущество граждан. Мы остановили для проверки машину «Азель», в которой находилось 3 представителя правого сектора, как они представились. Имущество машины было загружено, телевизоры, стиральные машинки, микроволновки, печки, всякий хлам. Мы должны приехать в комендатуру провести досмотр машины на предмет запрещенных предметов. Они согласились. Мы приехали сюда, вызвали представителей милиции, следователя, предложили ребятам с присутствием понятых в соответствии с законом провести досмотр машины. Вот. Они сказали, мы позвоним своему командованию, с ним решим. Позвонили командирам их, приехали к ним командиры и сказали, что мы запрещаем проводить досмотр машины. Они находятся перед комендатурой, вот, окружили нас со всех сторон, выставили огневые точки, вот, выставили минометы, пулеметы, снайперов садили по крышам, хотят нас штурмовать. Евгений Николаевич, сколько человек? Ну, около 100 человек.